Ігор Кім, Ендрю Сендерсон і Брайан Ватсон. Я знаю, что команда Новосибирская приготовила подарки всем соперникам. Анатолий, сейчас то самое время, да, которым можно воспользоваться для их вручения. А я пока расскажу залу о том процедуре, которая будет проходить командная соревнования. Итак, вы видите, что каждая из них заняла места за своим блоком стульев. В каждой команде будет 4 танцевальных дуэта. 2 молодежных и 2 взрослых. Один представляет программу европейских танцев, второй – латиноамериканцев. Они будут танцевать, чередуя танцы классические с латиноамериканскими, сначала молодежные, а затем взрослые дуэты. Судейство закрытое, результаты его автоматически передаются в счетную комиссию. Вы, уважаемая публика, можете повлиять на качество танца, поднимая настроение самих танцоров, и на решение судей, выделяя ту или иную команду или танцевальную пару. Вот такая несложная процедура нас ждет сейчас. И я с удовольствием приглашаю на танцевальный паркет танцевальные дуэты молодежных команд под номерами 14, 24, 34, 44, 54, 64 для исполнения первого танца «Медленный вальс».